Кстати, ты какие жижи любишь? Ну, знаешь, всякие там малины, клубника, фруктовые, виноградные. А я больше премиальные люблю, это, ну, с табаско, с кровью. Недавно видел, какие-то чуваки парили со вкусом спермы, я не помню. Что за пиздец? Ну, не знаю, это не жижка, это прям сокровище какое-то. Сокровище. Кто-то сказал про сокровище? Я знаю про великое вейп-сокровище, я сам спрятал это сокровище. И единственный человек, который знает, где она находится, это я, капитан Вейп. Здравствуйте, я братан Юлик. Ой, что с вашей рукой? Я как-то намазал жижку свою руку, выпустил капулом. Они ее сожрали. Хотел поймать лосось, но не нашел. Где ваш попугай? Попугай умер, я его перепоил вейпом. А с глазом что случилось? Я когда-то был на флоту. И подавали тогда гнилое мясо с червями. И флот восстал. Говорили они мне: капитан Вейп, капитан Вейп, уйдите с этого корабля. Вы продаете матросов ради бочек с вейпом. А что мне оставалось делать? Я тогда был таким же молодым, как вы. Таким же сильным, таким же... Чика-чика. Как-то раз сожрал я крысу, большая была. Думал, съем из нас ищет, но нет. Стойте, а про сокровище? О, сокровище! Великое Вейп сокровище, о котором ходит так много легенд, которые спрятал я, капитан Вейп, напомню вам опять же. А какого можно найти? Да, мы можем что-то сделать. Мы на все готовы. Это будет опасное приключение, мои юные друзья. Если вы на это готовы, то отправимся немедленно. Да! Вейп Нейсон! Капитан Вейп, давайте я вам покажу, как это делать. Это Дэмп называется. Да, вот давайте, вот так вот. Вейп Нейсон. Вейп Нейсон. Юнги! Да, капитан Вейп! Нам предстоит самое опасное приключение, которое когда-либо было в вашей жизни. И для этого нам нужно очень хорошо подготовиться. Нам нужно накачаться и научиться выживать. Стать классными и сильными? Да, да, вот я бы хотел, очень хотел стать классными. Нам нужно взять жижек. Как можно больше жижек. Возьмите все, столько жижек, сколько можете. За 2500? Точно. Да? А раз что? Главное, чтобы были на основе рома. Обожаю ром. Ну, так главное, чтобы он в жизни был. И да, давайте собираться. Руслан, братан. Мне кажется, капитан Вейп пристанет. Да, он какой-то. Я не приставал. Я-то красивый. Да, да, капитан Вейп, мы все собираем. Ну, презервативы не забудь. А зачем нам презервативы? Тебе все скажут. Я же говорил. Ты пельмени, только если что-то тут нечисто, Рус. Эй, Юнга! А нам обязательно, чтобы этот Юнга ехал с нами. Ну, он же мой братан, и он всегда мне помогает. Я говорю, Руслан, тут что-то нечисто. О, давно у капитана Вейпа не было несколько Юнг. Значит, это для того, чтобы Юнга не орал лишний раз. Нет, это для того, чтобы Юнгу связать. А это для того, чтобы у капитана Вейпа встал. Потому что давно капитан Вейп не видел Юнга. Капитан Вейп! Капитан Вейп! А где Юнга? Да, мы с братаном Русланом готовы отправляться в путешествие. Я тебе скажу честно, Юнга, я никогда не видел таких мальцев, как ты. Как давно ты куришь вейп, расскажи мне. Я курил свой... Ты не куришь, ты паришь! Запомни это раз и навсегда. Братан! Что происходит? Я не знаю... Второй Юнга, что ты здесь делаешь? Я же тебе сказал! Стой на улице и жди, пока тебя не собьет машина. Капитан, мы готовы отправляться за сокровищем. Мы очень хотим сокровища найти. Ну, я тоже. А вы тоже брали жишки и прививки, да? Вы... Мой девиз, я беру жишки только на абордаж! И говорю вам сейчас, мои дорогие друзья, встанем на корабль призрак на летучего голландца и возьмем эти жишки. Братан, следи за ним. Я боюсь, что что-то случится со мной. Будь рядом. Пойдем. Маленький корабль у вас, капитан Вейп. Ага. Главное, не корабль, а его размер. Юнга, Руслан! Да, капитан Вейп! Сходи наверх и принеси мне бочку вейпа. Так точно, капитан Вейп! Капитан Вейп нагордится. Послал меня на ответственное задание. Как дела, капитан Вейп? Все отлично, Юнг. Все очень хорошо. Сейчас будет все еще лучше, Юнг. Сейчас будет все хорошо. Может, это... Главное, Аняри. Кажется, я ему даже нравлюсь.
сьогодні отримала з жичкою. Капітан! Капітан мій! Братан, де ти був? Юнгер Руслан! Да? Виполніть мій приказ, застегніть капітану Вейпу штани! У мене тільки одна рука. Сокровище уже близко. Я помню эти места. Руслан, что? Можно тебе сказать? Мне кажется, капитан Вейп что-то замышляет против нас. Ты просто не завидуешь. Капитан Вейп любит меня. Нравлюсь ему я. Да не любит, он много меня смотрит. Он просто хочет... Ну, где этот юнга, которого я порежу на много кусочков? А, нет! Иди сюда, Руслан! Нет! Нет! Нам нужно найти сокровище, нужно достать эту... Я слишком много терпел, чтобы не найти сокровище! Я уже это стягивал, давай ты! Ладно, мне... не впервой. Давай. Ненавижу тебя, старый пидор. Так, так... Я знаю, где это! Пойдем! Перепрыгивай через этого старого хрящевого... Куда идем? Туда, пошли. Тупые юнки. Настоящая ты карта в жопе. Да, вот где-то тут оно должно быть. В карте сказано, что нужно пройти прямо и один шаг направо. Вот оно, Руслан! Это же шляпа! Нет, блядь, сокровище, оно где-то тут. Ох, не мой мини-бак. Тут где-то тут, в карте же было написано. А вы-то потеряли, юнки? Я нашел! Класс! Как ты вообще можешь быть такой, что ж ни до чего не дотронуть? О, ты нашел великое вейп-сокровище, Юлик. Я поздравляю тебя. Хотите теперь вступить в мою команду, и мы будем всегда искать сокровища втроем? Нет, нет, капитан Вейп. Нахер нам не нужна твоя команда? Мы соберем свою вейп-команду. Да. Вейп Нейшн! Это что такое, бунт на корабле? Да пошел ты, братан, старый бежим, пердун. Бежим, братан! Сокровище наше! У-ху-ху! Ну, и в мадагаскарских джунглях вы не скроетесь. На этом все, ребят. Я очень хочу отметить, что мы снимали в нашем вейп-баре, называется Vape Nation. Он находится у метро Академическая профсоюзная 5/9. И вам обязательно нужно сюда прийти. А еще вам нужно подписаться на этот канал, перейти к Руслану и посмотреть еще один Vape Nation. Здесь будет кнопка. И обязательно подписаться на капитана вейпа, также известного как Кузьма. Он, кстати, всех сыграл здесь. Да, Кузьма сыграл всех. На этом все. Я талант. Он талант. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите другие ролики. Пока.